Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзорчик и тест. Я захотел рассказать тем, кто не знает, показать. Многие из вас уже знают, многие не знают. Зачем, для чего, почему и какая сборка для тыковки будет топовая. У нас будет нестандартный сегодня тест. Мы будем тестировать тыковку с разными восьмыми талантами. Просто покажу вам разницу, расскажу, что для чего хорошо, где что лучше применять. Конечно, для бездоната любой вариант идеальный будет из тех, что я покажу. У нас будет вот такая вот тыковка, убрал я. У меня девятка есть. Исцеление я специально убрал. Священный огонь у меня стоял для древних, я его прокачал, довольно-таки неплохо заходит. Если у вас тыковка имеет плохой талантик, и у вас случайно на чарах выпадет, я не помню, как он называется, этот талант, необузданная ярость, по-моему, если не ошибаюсь, у нас на русском, то ставьте его временно хотя бы, даже пока вы там не пройдете подземки. Приспешник тоже круто, но для набора, для скорости раскрутки ее, все-таки вот этот чара будет неплохая. Либо же пиромах или ассасин вот этот. То есть это такие варианты, которые для подземок тоже подойдут, так как они будут сносить издания. Единственный минус, пиромах чем хорош, он бьет вдали, ассасину разбивает все впереди, и тыковка может не разгоняться. Ну, в принципе, мне этого хватает, чтобы проходить локацию, она по-любому на ком-то зависает. Дальше, то есть это второстепенное. По созвездиям, я уже говорил, вы, если идете на архидемона, собираете крит, шанс крита, чтобы у вас был, то есть крит-удар. И этого вполне вам будет хватать. Уклонение там можете не выдумывать, не тратиться, это вас не спасет. Жизнь тоже там особо. Конечно, если у вас нету, то вы без доната, то ставьте жизнь. Если у вас нету скина, это будет лучший вариант. И стартуйте на подземках с тыковки. Она будет вам давать всегда максимальный разгон. Так, ну что, поехали. Давайте так, начнем изначально. У меня есть восьмой берс. Начнем сразу же с берса. Увеличивает на 70% скорость атаки. 6300 атака, как видите. Но это все руны, то есть тут жизни 44. Идем на подземку, будем тестить на подземке. Да, там будет плюс-минус замер, но я просто вам покажу, чтобы вы понимали, какой талантик все-таки лучше, для чего. Берс, если вы без донат, выпадет, ставьте однозначно тыкви берс. Это единственный герой, которому берс нужен больше всего с того, что у нас все есть. То есть это вариант хороший будет. Так, это немножко не туда я забежал. По-моему, девятая. Не вот это вот. Да. Давайте так, изначально замерим, просто посмотрим. Вот берсовая тыква. Вы сейчас увидите, как долго она будет разгоняться. То есть, по сути, вот она разгоняется, внутри еще, конечно, дамажит, плюс ассасин. Вот то, что я вам говорю, что он бывает бьет впереди ее и разбивает здание вокруг. Она пока добегает, она не успевает. То есть у нее нету дополнительного набора, как там в других рунах, я вам покажу, то есть в талантах. И, соответственно, у нее разгона, как видите, практически такого нет. Она пока добежит, пока разгонится. Ну, тут нам ассасин будет мешать, но это такое, я его пока оставлю для архидемона. То есть такой вариант, это бездонатный вариант, восьмой берс. Рунами, конечно, вы там можете поставить ремку, водушку, если есть, это будет уже получше. Вот она начинает разгоняться на самом месте. Ну, как видите, не особо там блещет разгон. Сейчас мы сразу же на место нападем. То есть вот минуту мы уже там рандомно бегаем. Тут она туда-сюда будет бегать. Ну, для картинки вы сможете просто видеть разницу. То есть такой вариант.
Так, отлично. Сейчас мы нападем сразу же на Месу. Вот смотрите, 3, 4, 4 секунды, да, 4 там, грубо говоря. Ну, плюс он ее еще бьет. То есть смотрите, сколько мы будем бить, чтобы разогнаться. Это 12-12, там 14 секунд, да, у нас ушло. Сейчас еще разок нападем. То есть в таком варианте. То же самое вы можете просто поставить 8 талант, то есть 1 в 1, плюс-минус оно будет получаться. Ну, тут еще у нас приспешник помогает. Вот, только она начинает разгоняться. 47-46 секунд. Так, хорошо. Теперь смотрим другой вариант. Сразу берем новую эмблемку нашу. Нимбл называется. Изворотливость. Каждых 2 секунды плюс 60 энергии, когда героя атакуют. Даже когда герой атакует, и плюс уклонение. По статам. Сразу посмотрю. Атаки в 3 раза меньше, ну жизни больше. Ну опять же, без доната этого не соберет, чисто талантом. Я просто не хочу перекачивать талант 10 раз. Я вам просто покажу на примере руны. Давайте сразу же нападем. Вот сразу, видите, у нее сразу пошел заряд. Практически. Смотрим по разгону, что у нас получится. Ну явно быстрее. То есть, видите, 49, мы уже разогнаны, и намного быстрее она разгоняется. То есть, в этом тоже еще плюс. Давайте еще разок. То есть, она зарядится, скажем так, у нее каждых 2 секунды будет full заряд. Скажем, плюс-минус. То есть, явно круче, чем перс, это заметно. 49 секунд. Поехали еще разок, просто пробежимся по подземке. То есть для меня это второй вариант после, давайте отсюда, после Берса. Ну видно, заметно разницу, видите, она пока бежит, у нее идет дозаряд, соответственно разгон, и посмотрите, насколько быстрее все получается. То есть явно преимущество есть. Есть у вас изворотливость, вы не донат, ставьте вместо берса там, или если у вас берс, можете однозначно менять. В принципе, сейчас кулаки это не проблема. Поставить вот этот вот талантик. Ну, то есть такой вариант я вам показал. Быстрее. Поехали. Следующий вариант у нас. Вместо изворотливости ставим воодушевление. Восьмое. Чем воодушка хороша? Каждую секунду идет, ну, тоже жизни побольше, чуть-чуть меньше атаки, чем у Берса на 2000. Каждую секунду 33 набор энергии. Вот этот талантик очень крутой для подземок. Да, в принципе, для любых. Даже на архидемона там можно брать. Нет у вас исцеления, ставите это. На девятке дает дополнительно там 42 или 44, 42, по-моему, процента, если не ошибаюсь, идет набор энергии плюс 40% жизни. То есть для бездоната, по сути, неплохо. То есть нет у вас скина, ну скин хотя можно было без доната могли собрать, будет неплохо. В чем плюс? Сейчас увидите. Каждую секунду идет заряд, так как тыковка набирает, получается у нас энергия, которая, вот вы набрали 60 там, или 70, у вас сразу плюс 33 она включается, и сразу же через секунду, на следующую секунду еще плюс, то есть поэтапно. В этом, скажем так, плюс. Плюс, когда у вас герой будет вот бежать до какой-то цели, он будет заряжаться. Вот видите, пока добежала, она уже фуловая у меня. Соответственно, каждых 3 секунды у нее будет заряд. То есть посмотрите, вот видите, 50, то есть мы выбежали еще быстрее получается. Если мы кинем рядом, она будет разгоняться, заряжаться тоже быстрее. Вот, смотрите, мы сейчас опять выйдем.
даже 52. То есть такой вариант быстрее. Плюс, когда она будет бежать к цели, она сразу же к цели подбегает, и она у вас заряжена. Вот я выкину, ну тут мы сразу заберем. Ну, плюс, то есть разгона тут однозначно лучше, чем даже изворотливость, это заметно. То есть она всегда у вас фактически вот заряжена, заряжена, заряжена. Единственное, я смотрю, что она настолько быстро бегает, что ее успевает. Она успевает админы разбиваться. Вот, поэтому для меня это третий талант по крутости для тыквы. То есть такой вариант на девятку там без доната не скоро качнут, но может и есть смысл. Дальше. Самый, скажем так, востребованный и самый топовый на сегодня. Хотя, возможно, рунами будет лучше исцеление, надо будет потестить. Все равно вы больше не выжмете. Это вот такое вот исцеление. В чем суть? Увеличивается отхил. Сразу же это однозначно плюс на 100%. И на 100% увеличение набора энергии. То есть, когда по герою вашему бьют, когда он бьет, у вас в два раза быстрее набирается энергия. Поехали. На подземках, возможно, оно будет не столь заметно. Давайте здесь. В таком случае воодушка быстрее срабатывает. Смотрите, поэтому он нас застанил даже как-то. Вообще печально все получилось. То есть мало целей бьют. Такой талант вообще классный на седьмых. Там. Давайте сейчас еще разок. Вот, смотрите, то есть еще быстрее разгон идет, сразу же посмотрим. На девятке получается уже 130%, это еще круче разгон. Вы посмотрите на разгон, плюс исцеление, она не так проседает. Тут заметно была воодушка, что воодушевление проседает очень сильно. Этот талантик не так дает проседать, так как отхил у нас будет намного лучше. Ну тут рандомно, цели будут биться рандомно. Просто я вам показываю на примере самого места, что она сносит прилично. Вот разгон пошел и дальше все, она бешеным темпом тоже набирает. Что тот талант хорош, что воодушка, что этот, плюс-минус они где-то одинаково. Просто, допустим, девятку поставить. Поставим тут священный огонь. Сейчас вот, кстати, вопросов там по рунам вообще никаких нету. Не заморачиваешься, намного все проще стало. Вот тут сейчас просто, смотрите, как это уже девятка. То есть 9, 130%, бешеная скорость, чем больше бьют, быстрее заряжают, получается еще плюс 0,3. Посмотрите, как она бегает. Ну, Unreal просто бегает и быстрее заряжает. Чем больше ее бьют, тем быстрее она будет заряжаться. Воодушевление просто каждую секунду дает 33, а тут все время, когда ее атакуют, она получается дает бешеный разгон. То есть такой вот вариант для меня, да и для многих, самый топовый на сегодня. Вот так вот, я вам показал 4 талантика, которые, скажем так, для бездоната, доната самые топовые, с какими можно играть. Разницу вы увидели. Пишите комменты, что вы хотите увидеть еще на тыкве, какие тесты вам показать, какие таланты показать. В принципе, все. Буду дальше вам еще делать, думаю, обзоры по героям. Если вам понравится этот видос, какие таланты топовые, сравнивать их. То есть это не есть проблема. Для этого мы создали этот аккаунт тестовый, чтобы вы видели, кто же все-таки лучше. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.